Если вы имеете в виду некоторые законопроекты, которые сегодня, или инициативы, по крайней мере, высказаны в стенах Народного собрания, то, конечно, это у меня вызывает опасения. То есть средства массовой информации закрывать рот власть ни в коем случае не должна. Власть должна как минимум опасаться и оглядываться на журналистов. Это объективно, это однозначно, это сомнению не подлежит. Но в то же самое время, конечно, средства массовой информации не должны в какой-то степени передергивать для того, чтобы пытаться искусственно формировать общественное мнение, скажем так, которое совпадало бы с позицией редакционной комиссии там, или редактора и так далее. А те заявления в Народном собрании о том, что средства, особенно электронные средства массовой информации должны перерегистрироваться в Гагаузии, у меня это вызывает просто улыбку. Это, я думаю, что необдуманные шаги, и о них, они несерьезные, чтобы их так серьезно обсуждать.